Более 50 тысяч иностранных граждан поставили на миграционный учет в Одинцовском городском округе за 7 месяцев 2019 года. Из них с целью трудовой деятельности почти 15 тысяч человек. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины и Белоруссии. Но не все иностранные граждане и их работодатели спешат регистрироваться на территории Российской Федерации. Нелегальную рабочую силу в основном привлекают в сферу индивидуального строительства. А в Одинцовском округе немало строящихся дач и коттеджных поселков. Сотрудниками УВМ по месту расположения подразделения, а также в ходе проведения проверочных мероприятий привлечено к административной ответственности 2427 физических лиц, 7 должностных лиц, 201 юридическое лицо. Также, чтобы исключить или минимизировать незаконное пребывание иностранных граждан на территории Одинцовского городского округа, полицейскими только за 7 месяцев проведено более 80 выездных внеплановых проверок пребывания и проживания иностранных граждан. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».